Доброе утро. Меня зовут Светлана Равинер. Если ваши права нарушены, их можно защитить. Какие документы необходимы для получения разрешения на оружие самообороны? Для получения лицензии на огнестрельное оружие ограниченного поражения необходимо представить в лицензионно-разрешительный отдел следующие документы. Паспорт гражданина Российской Федерации и его копия, заявление о выдаче лицензии на приобретение огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему. К заявлению прилагаются медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием, связанных с нарушением зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией. Медицинская справка формы 046-1. При этом, если справка получена в негосударственном медицинском учреждении, то к ней предоставляется копия лицензии на оказание медицинских услуг. Срок действия медицинской справки – 6 месяцев. Копии документов о прохождении соответствующей подготовки и периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием также необходимо. Копии документов предоставляются вместе с подлинниками и заверяются подписью сотрудника, их принявшего. Кроме того, необходимо приложить 3 фотографии, 3 на 4 и квитанцию об оплате лицензионного сбора. Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их по телефону, который видите на экране. Доброго вам дня!